Годный контент подъехал. О, Господи! С какими кретинами мне приходится воевать? Крейсер противника уничтожен. A few moments later. Твою мать, блядь! Чё вы здесь происходит? Батарея к бою! Трубка 15, прицел 120, батарея огонь! Ща-ща-ща! Ульта! Как же больно ему было сейчас. Чё, больной? Вот она, рыба моей мечты, вот она! Ясь! Ребята, ясь здоровенный, здоровенный ясь! 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 Победа за противника уничтожена. Наша команда получила... Оскара! Крейсер противника уничтожен. Первая кровь. Будет на что вздрачнуть. Крейсер врага потоплен. Необходимо их немедленно расстрелять. Не твой уровень, дорогой. Бакия нормально? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? А-а-а. Рыбачишь? А, рыбак. Давай, рыбач. Клюет хоть? Ага. Вот это настоящий петух. Thank you.
Юрий, пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Кадры, которые вы сейчас увидите, поражают своей жестокостью и равнодушием. О, привет! Нет, я сюда пришел. Такое возможно. Более того, не редкость. Торпеды за кормой. Хочу быть как Джиган. На чиле, на расслабоне. Это просто охуенно. Крейсер врага потоплен. Попытка лучше. Да ты чё, что ли? Я тебя сейчас изнасилую, тут буквально. Ты понял меня? Команда противника получила преимущество. Ну что я могу сказать? Пососи. Вражеский линкор уничтожен. Доброе утро, моя курочка. Погода сегодня нелетная. Вечер, чтобы не схлопать, будь десен! А вот это, дедушка, нравится. А вот это бампер летит тебе, дружочек. Торпеды прямо по курсу. Ты за меня придурки не держи. Торпеды прямо по Скилл – это естественное преимущество, отрастил скилл, имеешь право нагибать. Крейсер врага потоплен.